Здорово, бродяги, любители активного отдыха. Сегодня я наведался в земляночку, хочу маленько ее утеплить, подготовить к зиме, чтобы можно было несколько ночей в ней в лютые морозы переночевать. Вот, надо, друзья, утеплить стены, засыпать землей, чтобы не задувало в нее. Вот, потому что щелей, друзья, очень-очень много в ней. Вот, и через щели дует и будет проходить холод. Сегодня у нас идет снег. На улице не холодно. Ну, минус 2 где-то у нас. В общем, сейчас затопим печку первым делом и начнем подготавливать нашу. Все, печка вроде как схватилась. Нормально. Сейчас выкинем все отсюда лишнее, углубим ее маленько, чтобы мне в полный рост можно было вставать, и начнем маленько заделывать стены. Уже тепло стало, печка до красна накалилась, вот здесь вот.
теплее будет, ребята. Так, там надо это убрать. Сейчас в печке сожгем. Да, свечку. Блин, корни. Сейчас прокопаем заодно канавку, чтобы вода уходила, чтобы не текла в земляночку. Тут земля песочная, присутствует маленько песка. Вот. И какие-то корни от елок. Вот, о. Тепло уходит из землянки. Так, сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что там у нас. О! Так, вон та часть у нас уже закрыта, получается. Вот это вот. Я тут маленько пихтовых веток подложил, чтобы земля не сыпалась. Ну, в принципе, нормально. И вот эту стену я уже заложил. Вот, еще осталось вот здесь вот уголок маленько утеплить. И вот здесь вот по краям надо тоже. Вот здесь вот светится, видно, да, ребят? А вот здесь вот уже нет. Просветов нет. И вот этот угол маленько тоже надо заложить. И все, и можно будет, ребята, зимовать. О, чтоб сточные воды уходили. Вот так вот приблизительно. Сейчас еще отсюда земельку заберу. Насыпалось маленько земельки. Сейчас застелим столик газеткой. Так вот. Ну, а готовить еду, я думаю, будем на улице, скорее всего, потому что на костре вкуснее, чем на печке будет. Так. Опа. Тушеночка у меня с собой. Хлебушек. Щечка, котелочек, конфетки взял к чаю, карамельки, так, надо сейчас будет картошку почистить с морковкой, лучок, так, ну и сейчас вот. Заодно заценим нашу финочку НКВД, как она чистит картошку. Я еще ни разу не чистил. Да нет, друзья, скажу, что чистит она удобно. Мне кто-то писал в комментариях, что мешается гарда. Кстати, гарда, она не мешается, она находится в стороне. Вот. Ножичек тоненький. Картошку чистит идеально прям.
сейчас очистки сожгем. Дверки нету, дверь сгнила. В общем, лопату вот так вставил, чтобы огонь не шел в землянку. Ну все, ребят, пойдем за водой. Ну, думаю, хватит сейчас. Промоем, сходим, наберем заодно и в чайник воды, и сюда в котелок. Так, набрали воды, ага. Во. Уже лед схватился. Двухслойный, ребят. Вот такой вот толщины. Да. Сейчас наберем, прополоскаем. Помоем наши овощи. Эх, вода ледяная. Леденючая. Чё ты там каркаешь? Во. Картошечку сразу закинем. Вот так вот. И в чайничек наберем водички. Вот чаек будет горяченький. Все, друзья, отправляемся на наш лагерь. Че там, блин? О, сейчас вот на эту гору лезти надо. Сейчас нарежем морковки. Такими кругляшками прям. Ну все, нашинковал, ребят, морковки. Сейчас будем спускать. Картошка уже давно кипит. Так вот у нас тут все. Оба. Готовится. Сейчас вот так стушим. Будет замечательно. Очень вкусно. У нас солнышко наконец-то вылезло. Потеплее стало на улице. Похлебка скоро будет, ребят, готова. Сейчас обжарим лучок
тушенку спустим. И можно будет кушать. О, морковку нам не надо пока. Оба. Вот такая вот, ребят, тушеночка. Сейчас прям на жирках. Все-таки кожа, вон, видите, ребят, говядина. Вот сейчас вот на вот этом жиру лучочек обжарим, чтобы вкусно было. Специально не стал, короче, ребят, брать с собой масло, потому что знаю, что в тушенке есть жир. Я вот сколько раз на жирах жарю, оно намного получается вкуснее, чем жарить на масле. Сегодня у нас вот такая вот, ребят, похлебочка будет. Жарить ничего не стал, решил горяченького приготовить, потому что зима уже, надо хлебать жиденького, горяченького, чтобы согреваться изнутри. Эх, лучок едкий, зараза, глаза щипит. Вот он сейчас. Во! Вот так вот. Главное, чтобы не упало. Куда ты? Ну все, лучок у нас готов. Даже можно снимать. Подгорел маленько, блин. Так, сейчас надо посолить. Так, ну все, обед наш готов. Ребята, пойдемте, welcome к столу. А я пока поставлю чаечек. О, красота какая. Сейчас пар пройдет. Ребята, смотрите, какое блюдо. Какой запах-то. Я сейчас пока чаечек подвешаю. Без чайка никуда. О, пониже его вот так вот. Ну все, друзья, идемте кушать, обедать. Время обед. О-о-о. Какой обед-то у меня будет сегодня. Классный. Какой запах-то, ребята. Волшебный просто. Уже слюнки текут. Жрать хочу, капец. Приятного аппетита. Супер.
Вот и чайник закипел. Сейчас будем снимать чаечек у костерочка. Так, ну все, друзья мои. Собираюсь домой. Потом придем еще как-нибудь сюда доделывать до конца дела. Уже вечер. Ночевать я тут не буду. Поэтому отправляемся, друзья, в путь, дорогу дальнюю. Дорога дальняя, где-то идти 5 километров, наверное, домой. Ну, с вами был канал Сибирский Бродяга, меня зовут Евгений. Друзья, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. До скорых встреч, увидимся в походе.